Привет, ребята. Это исследователь. Вот я снова тут. Обзор на говняные продукты, которые государство продает. Я такие кофе, я считаю, нифига не стоят. Там цена у них сотни рублей. Я не покупал. Знакомые напокупали, но я пробовал. У меня запросы по вкусу кофе средненькие. Я знаю так примерно, что арабика, робуста бывает. В общем, а это просто хлам, дерьмило, а не кофе. Вода какая-то пустая. Ну, даже когда кидаешь ложку, два, какая-то горькая вода никчемная. Какая-то, не знаю, баланда ебучая. Причем я пробовал давным-давно те же Нескафе, Макамба. А у них был и запах, и вкус, все было. Вот. Этот вот хлам сейчас продают под видом каких-то голд, золотых селекций, золото, голд. Я хотел просто вам показать сейчас две банки, чтобы по отдельности не снимать. Как обычно, 95 грамм, 5 грамм вас еще воруют. Изготовитель. Польша, видите, даже не Россия, я с вами сейчас только что узнал. Но специально они дурацкий кофе кладут. Он точно никакущий. Лучше его просто не покупайте, ничего он не стоит. Купите зерна. Так, с этим закончили. Вот такой маленький Nescafe Gold. То же самое. Совершенно безвкусный, без запаха. Производитель. Так, уже так не фокусируется. Ну вот так. Nestlé Кубань. Тимашевск. Просто ужас. Безвкусный кофе. 47,5 грамм. Ну, 2,5 грамма у вас стащили. Стоит он тоже несколько сотен рублей. Не стоит, на самом деле, я думаю, ничего. Значок, видите, Швейцария, Nestlé, в данном случае ничего не дает. И сама компания родительская, они прекрасно знают, что этим людям можно любую хрень продать, так как они позволяют государству себя грабить. Значок ЯК никчемный. Вот такой вот. Ужасная штука. Ни в коем случае не покупайте. У меня знакомые купили. И я бы сам не купил. Всем спасибо. До свидания. Подписывайтесь. Здесь говорят истину. Пока. Gold. Gold. Побольше надо написать. Gold Platinum Ultra. Для холопов-рабов.